Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Мы думали, масленица 7 недель, а она только 7 денечков, гласит поговорка. И действительно, уже в это воскресенье, 26 февраля, мы провожаем масленицу. О том, что интересного будет происходить в городе, расскажем прямо сейчас. Народные гуляния, посвященные проводам русской зимы, будут организованы более чем на 70 площадках. Празднование широкой масленицы в воскресенье развернется по всему городу. Основное место действия – площадь имени Куйбышева. На центральной сцене пройдет праздничная творческая программа «Самарская масленица». Провожаем зиму, встречаем весну. Традиционно в этот день всех пришедших ждут русские народные забавы. Бой на подушках, гиревой аттракцион, притягивание каната, ходьба на ходулях, подъем на столб с призами. Будут работать 20 объектов питания с блинами и горячим чаем. Для маленьких гостей оборудуют интерактивную игровую площадку, горку и площадку надувных аттракционов. В праздничных мероприятиях, посвященных проводам русской зимы, на площади Куйбышева примет участие и театр кукол «Лукоморье». Театр представит ярмарочную потеху в куклах в стиле конца позапрошлого века «Запонские ребята». Каждый желающий сможет понаблюдать за тем, как проводила время на народных гуляниях молодежь. Вы увидите популярное состязание – борьбу двух парней. Длительность номера – 5 минут. Увидеть ярмарочную потеху «Запонские ребята» можно будет несколько раз в течение дня с 12 до 8 вечера. Одним из мест народных гуляний станет и загородный парк. С 12 часов всех пришедших ожидает, как всегда, много веселья, бесплатные угощения блинами и чаем, конкурсы с призами и подарками и традиционные русские масленичные забавы, игры хороводные, детские да молодецкие, штурм снежной крепости и стенка на стенку, без которой не проходит ни одно масленичное гуляние. Загородный парк, воскресенье, начало в 12:00. С широкой масленицей, друзья, хорошего настроения вам и самых вкусных блинов!